дня образования нашего института мне в первую очередь хочется горячо и сердечно поприветствовать наших уважаемых ветеранов и всех представителей организаций, учреждений, прибывших к нам на юг. Задача которого всегда будет создание системы защиты войск и мирного населения. В годы Великой Отечественной войны знания и опыт военных химиков стали препятствиями для распространения и применения химического оружия. Сегодня они особо востребованы в ситуациях, когда речь идет о спасении детей. Я благодарен руководству института за соглашение. Я благодарен за предоставленную мне возможность еще раз увидеть вас, поговорить, поздороваться. За возможность разговаривать женщин. Yeah.